Ну вот если моя вот эта знакомая как бы вообще не украинка, но живет в Киеве, это считается с Украины или нет? Ну, я просто... Я спрашиваю, где живете просто. А цапка, а почему так груб? Парень, это не считается. Что не считается? А вы в тиме, нет? Да, господа, с вами его папа и еще... Все молчат. Один лайк. Вообще не понял, кого именно ты спрашивал. Я что, в команде, ну там вот с Кункой, там, не знаю, с Войдом. Нет. Просто Кунка в курсе, как, что у тебя тяжелый день был, я вот и подумал. Ну вот с Кункой, да, с Войдом нет. А. Ты с Украины, а Кунка нет. Ну да. А, ну так бы и сказали, а то чистить. Ну как бы я тоже на Украине порой живу, когда переезжаю к родственникам. Но это не считается, что ты с Украины. О-о-о! То есть я с учетом того, что у меня даже польский паспорт, считаюсь с Украины. Ну не знаю, как у тебя там польский паспорт. Ты, бля, чувак, определись сначала, чего ты хочешь вообще от вот этого вот вопроса, а потом уже его задавай. Как говорится, вначале критерии поставь, и вот по ним уже делай. А то ты как будто, блядь, сам не знаешь, чего хочешь. Нет, мне просто интересно, как ты частично с Украины. Это когда живешь на Украине, но при этом ты не украинец, например. Нет, ну ты же с Украины. Ты можешь жить в России, не быть русским. О, прикол. Но... В России живёшь, значит, ты из России. Так, ребят, чувачки, я тут... Вот скажи, там всякие ребята, которые приходят и строят вам дороги и так далее, они из России, да? Нет. Которые в Азербайджане до этого жили. Так схуяли они? Нет. Нет. Возможно, и дороги строят, тебе какая разница? Ну, просто интересно. Кто Майдаун? У нас тут Майдаун. Видимо, Майдаун у нас именно тот человек, который как раз вот объясняет, что он живет в Киеве. Майдауна? Видимо, да. У вас какая-то странная логика там. Ко мне никаких вопросов. Это тебе в телевизоре сказали, потому что... Ну, посмотрите, несется. У нас Джиггернаут ушел. Смотрите, что тут. А, нет, вернулся. Так, короче, норм. Ну, я, наверное, куплю, чувачки, маску. И маску для Джора. Ладно, бежим, бежим. Вы знаете, я нагибаю этим героем сильно. Ну, визаж, видите, я только играл визажем. Я им нагибал, он все правильно делает. Походу он первый ему максер. Да, отлично. Ну, броню, сука, не качает, тупой.
Это фигово будет, его могут сливать, ноль брони. Я обычно вторую на раз качаю и броню. Ну, ладно, мы можем не бояться тут сейчас. Фармить все спокойно. Далее они на дальнем лайне. Кунка, можно первый ган к нам, потому что тут вообще никак. Тут уже был ган. Не, к нам. Первый, но никак не получится. Ну, в смысле, к нам открывать. Вой, ну иди, пожалуйста, себя ганковать там пришли. Отлично, Кунка, давай, наконец-то. Давай бару сейчас возьмем, он где-то здесь. Вот, давай. Давайте, Чан, бара, давай, блять, один. Вот это ты закинул меня, Тини, вот это ты, братан. Ладно, я отожусь, конечно. Сколько там у него маны, ёлки-палки. А Бара куда-то убежал, возможно... А, нет, вот он под... Да-да-да, тут надо... О, смотрите, несется кто-то. Ладно, под крипами не полезем. Ну, чуваки... А почему ты фонтан не сделал на Бару, Кулка? Я уже пробовал. Ему... Стан, стан ему, пропишите стан. А вертушечку ему стан сделали, вот это пацаны. Белый фонтан. Ну и чё? Да пошел ты нафиг, смотрите, как он несется. Ну чуть не слил. Так, давайте маску, мом. Это первым артом. Хороший отжор. Аккуратнее, Бара может на другой лайн сейчас побежать. Кунка восьмого. Ой-ой-ой-ой, я не фармлю вообще. Не добил, так, раз. А, отлично. Бара бежит в кого-то оранжевого. Вайда, наверное. Да, вот, беги. А мы можем пока Жакирыча принять. Если ты сейчас дашь хороший стан. Ух ты, неудачная, конечно. Серьезно, ты пытался забрать в куполе Вайда? Вот так-то, блядь. Вот что, Войд в куполе пытался забрать Вайда. Это классно. Да, ну, Морфик пошутил. Мышка подлючивает, какого там Вайда-то, какой это, вот шестой. Блядь, ты у Джаггернаута. Ну я тут не пофармлю, у нас еще вот этот. Ой-ой-ой. Давай ему стан и закидывай крипа в него, ну чё ты стоишь? Ладно, я в лес пойду. Ну всё, поздно. Куда ж ты? А я тоже хотел в лес. Тут я никогда не нафар. Ну, покачаюсь. Давайте ПТ-шку. Так. Ну ты, ну
почему ты всегда кидаешь меня? Вот посмотрите на меня, пожалуйста, я вот лечу на тебя. Ну он же не выбирает, кого он швыряет. Нет, он специально так делает. Давай, отожусь я или нет? Он не выбирает, кого кидать. Но он же рядом со мной, видит, что я рядом, и кидает. Можно же к крипу подойти? Давай, крип не долетит, а кинуть тебя довольно неплохая тема. Я чуть не умер опять. 90, еще чуть-чуть. Ой-ой-ой, у нас тут баратру. Так, так, так. А Джиггернаут ушел с линии. Можно было, я уже нормально в лесу стою. А, Гуля в кого-то, наверное, в бару. Да, в баре Гуля. Так что аккуратнее, если бар прибежит, это плохо. Все, прокачали полностью. Опа. Ну, ладно, я не буду маску использовать. Так. МП ничего нету. Это плохо. А почему Войт ушел с линии? Могли бы сейчас Омника забрать. Вот это ты придумал. Да-да-да, лучше выйти с линии. Тут хороший фарм в лесу. Ой-ой-ой, вот это боль. Трое у нас, а на Марфа почему-то СС не было. А на кого не было СС? На Марфа. Он пришел и убил нашего Тини. И они у нас сейчас башню заберут. А вообще, по-моему, бар убежал. Не знаю, что происходит, короче, я никого не вижу. Террористы, по сути, перешли партизанским методом войны. Появляются внезапно и где угодно, небольшими диверсионными. Бар у меня. Боевики все чаще появляются в Харьковской области со стороны Донецка. Да, и Гуля тоже у меня. Эти чуваки, сейчас они нас будут еще сливать. Так, естественно, первый максим, нам второй и нафиг не нужен. Гуля, кажется, в бару залез. Ну, давайте к нам ганганет кто-нибудь там. Бойдец, например. Было бы так круто. Хотя картина на дороге, конечно, приходится 10 военных, но иначе никак. Говорит пресс-секретарь антитеррористической операции. Давайте, ПТ-шку. У меня все ушли, включая бару, в котором сидит Гуля. Ну стой, фармись. В чем проблема? А это не точная информация. Они могут где-то спрятаться. Они вообще хотят забрать меня. Во какие хитрецы. Ну, вот чувак я включил на ловкость, чтобы быстрее фармить. В замесах нужно, конечно, включать на другую. Ну да ладно, так, что будем сейчас собирать? Морф может собрать баттерфляй. Ну, МКБ давайте, я уже видел, МКБ ему очень отлично идет. Давайте ускоримся. Человек, управляющий беспилотным летательным аппаратом за 3 километра. С одной стороны далеко, но с другой понимаешь, враг совсем близко. 2, 3, 4, 5. У каждой огневой точки город Гильз. Но тяжелее всего сейчас в Семеновке, недалеко от Северного. Ну все, появилось. Видите, я засветил.
Морг ушел. Давайте МКБ. Куда ты лезешь? МКБ очень отлично. Закрой его в погреб. Закрой его, хай пока месяц побудет в погреб, в сарай или в сарае где-нибудь. Ладно, чуваки, так. Пытаемся, после МКБ мы будем просто наебать без промахов. Ой, давай реализуем твой купол. Тут как раз двое братишек, но бить надо сначала джиггернаута. Давай стан тени сразу. Да, ну тени, блядь. Как ты днины? Так, блядь, фарми и не высовывайся из леса. Да, не, лучше... он типа ганганул. Лучше фармить, чувак. Ну так, блядь, он уже второй раз пишет, что он лучше пойдет фармить. Короче, я считаю, надо отнять у него пару в лицо. А? Уничтожить надо. Ой, отстань от меня. Ну ладно, идем. Чуваки, в лес. Потому что это не годится. Да, долго копить, но никуда не деться. На вот этих трех точках будем фармить. Нифига себе, у нас трое тут на боте. Вот это поворот. Нафиг надо. Я не пойду им помогать, потому что сливается. Спушьте им тогда линию хотя бы. Пока они втроем у меня. Мы как бы, блядь, двоих еще только что убили. Ну и трое у меня тут так остались. Так, сюда бежим. Ну как бы у меня их то трое, то четверо, я вообще молча не жалуюсь. Ну чё там, кто там? Бара, ну пойдем. А да ну его нафиг, этого бару. Тени, стан! Ну, заебись, убивайте нахуй. Убивайте его нахуй. Ебать, крик был. Всегда напомнит Голливуд. Первая сцена фильма «Спасение рядового Райана» над американскими солдатами. Давайте сюда. Позади Ла-Манш, впереди фузеи фашистов. Для Европы этот день начала конца Второй мировой. Городки Вестерам готовятся к жестокому приезду двух десятков глав государства. Там вот Вестерам двинул штандарт по странам. Давайте оттуда занесем этих вот крипов. МКБ просто хорошо, что оно еще подстанивает, ребятки. У меня свой стан, плюс еще и подстан, то будет вообще хорошо. Во. Добивай тени. Я куплю наконец-то. Блять, ебаная крутилка. Оружие
с Россией, чтобы Москва больше не поддерживала и не вооружала сепаратистов на территории Украины. Это будет иметь серьезные последствия. Так, я куплю то, что надо. Власти США, президента Обаму и американский народ за длительную поддержку. С самого начала, с первого дня после инаугурации, мы должны доставить к мирному урегулированию конфликта на Востоке. Бежим, тут отобьем. Вечером в Брюсселе лидеры новой Антанты G7, куда сегодня уже входят Германия, Италия, пока круглый стол снимает камера, лидеры расслаблены и улыбчивы. Давайте на другую войну отойдем. Россию ожидает третий этап санкций. Если до конца сколько шанс пронзить? Давайте посмотрим. 20%. Плюс 40. Все-таки возможно. Москва должна взять на себя ответственность и убедить их прекратить насилие в регионе, сложить оружие, а также начать диалог с украинским правительством. Возможно, Страна нужно было собирать. В данном случае должна быть не Россия и Украина. Россия не участвует в конфликтах, а киевские власти и представители изменения федерализации на Востоке. Будем по-прежнему по-прежнему слышать сигналы Запада. Террористов называют сторонниками федерализации и не признают причастность Кремля к войне в Украине. Смотрим, куда они пойдут. Давайте в них лесу пофармимся. В среду заседает без Путина. Российский премьер Медведев называет ее так называемой, а президент Путин пускает шутки в адрес мирового лидера. Никого не видно, посмотрите. Во, идем. Идем, там он по-любому не один. Красный морф. Нас под шумок спушим тут нафиг все. Правда, за это европейские журналисты раскритиковали принимающую сторону французского президента. Ему пришлось просить еще и за то, что в то время, когда весь цивилизованный мир ополчился против агрессора, Франция продолжает собирать для Рособоронэкспорта. Ой-ой-ой, я испугался, я думал это. Пока никаких санкций третьего этапа, которые могли бы остановить наше сотрудничество, нет. Все произошло настолько стремительно, что казалось случайностью. И только теперь... О, отлично. Видим, как мировые лидеры заманили в ловушку... Мое. ...и 70 лет мира на континенте. Чувачки, это мое. Ой, блядь, Джиггернаут, клоун ебаный, Саша Яша. Ну, зубыс, зубыс. Саша Яша. Блядь, вот это боль. Пофармим у них в лесу. Он может баттерфляй все равно собрать и все. Ой, как кто это так сделал? После обеда то ли обстановка повлияла, то ли нормандская кухня, мы заговорили и Путин с Обамой. Хотя бы Путин еще накануне не дал понять, ни о каком разговоре с глазу на ночь не может быть и речи. Позже стало известно, все беседы гули слили. Мы чекаем найближчим часом заяву про визнання. Вот так вот. Видишь, какие мы, блядь, честные, даже стилить не стали. Да лучше бы стилили. Нахуя, он кэрри, пускай берет. Да тут уже все ясно. Мне уже никакой там танк не будет, пофиг всем. Мы говорили подробнее и с премьер-министром Великобритании. Давай, инициируй! Тени, дурак! Вот это стан! От бога нахуй! Давайте руку сольем. Застанем, давай все. Ну бери, а Егу войдет. Фига тебе, не. Теперь понятен и теплый прием
Путина и почему Оланды и Меркель, в отличие от Бориса Сандерса, не стеснялись подавать руку, но дипломатическая ловушка будет рассчитана, и что очень важно, отлично представлено. МП нету. Ну тут все, чуваки, когда МКБ тут уже воет просто, он не промахивается и постоянно станет. Я смотрю, МКБ ему просто для керри. МКБ я вот заметил, но получше крито, потому что с критом можно промазать, ничего не нанести, но тут, увы, все проходит. Тому войду, вот попробуйте собрать ему МКБ. Будет, чтоб панда любого будет ее нагибать. Ну что, Тарас потерял. Чтоб уже точно нагибать. Ну, Марк, ну куда, блин? Давайте отойдем. От реплик? Да, идите вы нафиг. Сюда, сейчас у меня прыжок будет, я солью тут по-любому. Конечно, промахов не будет. Ну ладно, и так, отлично. Не знаю, криты неохота собирать. ХП мало. Тарас куда? Ой, давайте пофармим, ну его нафиг, сейчас нас сольют. Ни МП нету, нифига. Лучше отойти пофармить на Тараску. Тем более тут осталось чуть-чуть. Ну что, поверите, 1000. Ясен тем, что мы будем Тарасу собирать. Потому что мало, очень мало ХП. Ну, посмотрим на килы. 4-1, мало килов. Противники ни одну башню не скушали. Ой, ну пойдемте, ладно. Не, МП мало. Я только купол и на прыжок, купол 200, да, прыжок 290.
Так. Ладно, идем сюда. На купол нет МП. Не рассчитал я чуть-чуть МП. Эх, ну видите, надо на хп, то что у меня с ульты слил. Ну и так нормально. Ой, 17-й, я не отстаю. 19-й, ну я ж... Фармер. Вайта ничего нету. Не, ну с Тараской будет вообще хорошо. Я видел, что люди делают все для того, чтобы очистить страну от войны. Я хочу сказать, Америка с вами. Так. Украинский народ должен пройти свой путь сам, но мы, американцы, знаем. Бежим сюда по-быстрому. Давайте уже Тараску собираем. Я обещаю продолжать давление, пока украинцы не добьются своего. Так что спасибо вам большое за разговор. И знаете, я действительно пытаюсь что-то сделать в Украине. Даже явное преимущество у нас. Через всех их посливал, что ли? Так, давайте щиток этот уже продадим, потому что... Потому что уже от него толку ноль. Парень, ты можешь рожечек? Не, быстрее. Он сейчас будет скоро уже. Снова поняли, на первом месте в рейтинге врагов, как и во времена холодной войны. Немножко, немножко, ребятки. К ней относится 71% населения России. Блин. Но на втором месте. Давай 1200. Нас с вами не любят почти половина россиян. 49%. И что ж такого плохого мы, украинцы, сделали некогда братскому российскому народу? В этом разбирался наш саппор в Москве, Дмитрий Иловский. Военный полигон, но это не армейские учения. Это российские депутаты, сенаторы и чиновники. Мы уже сможем наебать, чувачки. Так. Куда политики, туда и простые игры. Ооо, Тараска. Я уже не помню в гайде, что я ему собирал. Книжки типа Золушки не читает уже Надашкаф. Надашкаф читает гей-литературу. Он же заставляет русских подвергать некоторые народ из полной критики. Короче, уже пора сносить его наших. Легкая игра. Нам инфрагов будем что ли набивать? Борьба с внутренним врагом закончена.
и довольно успешно, но остается... Криты не будем. Давайте, наверное, баттерфляй. Да ты чё, меня разнесло сейчас. Неохота налетать, Встречу Порошенко и Обамы назвали, цитирую, встречей двух суперменных президентов. И здесь простые россияне следуют ну и... тренду политической моды, столь любимыми политиками. Белые, вылазь. На каждом шаге видят руку тихого сына дяди Сэма. И ты не сможешь в последнее время остался с борьбой с независимыми людьми и с рассказываниями о том, что они кто-то кино, были агентами СМУ. Да ладно, она тут бесполезно, я думаю, играть. У них просто без шанса тут, чуваки. Я не пойму, что с картой случилось. Кто там? Надо было этого замедлялку все-таки сливать. Ладно, я уже не куплю ничего, давайте. Продам. Ну, кунка. Давайте залезем под трон. Ну, в общем, вот так, чувачки, нагибать надо за этого Войда. Все, короче, до новых встреч, пока.